На нашем стенде представлено три вида сварочного оборудования, которые мы привезли на эту выставку. Это сварочный полуавтомат с механизмом подачи проволоку под 5-килограммовую катушку, что очень любят использовать судостроители именно. Вот, вес подающего механизма порядка 10 килограмм без катушки. Вот, и весь полный функционал, который есть у ЮВМ, он уже встроен в этот подающий механизм. Также нами представлен аппарат механизированной аргонодуговой сварки, который позволяет сварщику не занимать левую руку или одну из рук, чтобы подавать присадочный материал. Проволока подается автоматически через подающий механизм. Это оборудование называется TIG-SPEED. И третье оборудование, которое представлено на выставке, это флагман производителя EVMG, сварочный полуавтомат Titan AC Pulse, который позволяет производить сварку тонколистового алюминия сплавов AMG, AMG-61 и подобных. На этой выставке мы участвуем впервые. Для демонстрации нашего оборудования показывать, что творится у производителей сварочных аппаратов в EVM, у других производителей, также специалисты судостроительных заводов, тоже чтобы они были в курсе, чтобы они видели, куда идет движение, куда идет развитие. Наши планы были подтвердить, так сказать, существующие отношения с заказчиками, получить какие-то новые знакомства. И, в принципе, и то, и другое у нас прошло достаточно успешно.